Я на самом деле четко вижу и знаю, что в течение 5 лет Евросоюз не будет существовать. То есть он будет разваливаться. Даже если не полностью, все равно частицей он не будет существовать. А по поводу угрозы России, я никакой угрозы не вижу для России. То есть это не будет влиять на Россию плохо.